Объявленный в ДНР год молодежи дает юношам и девушкам настоящий карт-бланш на ломку стереотипов взрослых, которые нередко критикуют молодое поколение за склонность к рисковым экспериментам над своей внешностью, ругают за странные с точки зрения родителей музыкальные вкусы, за пристрастие к видеоиграм и социальным сетям вроде ТикТока, считая эти увлечения настоящей деградацией личности. Что значит меня? Я стремлюсь, во-первых, это хорошо закончить школу, поступить в тот университет, куда я хочу, получить высшее образование и работать в той профессии, которая будет приносить мне и удовольствие, и чтобы, понятное дело, хорошо зарабатывать и можно было жить в достатке. Я сейчас пошла на кружок по журналистике, и вот я хочу, мы закончим этот год в кружке, и я хочу как-то продвигаться в сфере журналистики. Я считаю, что главное в наше время и в моем возрасте – это быть идейным и зажигательным человеком, стремиться к своей цели. Да, чем-то нужно жертвовать, но все равно нужно прикладывать огромные усилия. Я всегда стремлюсь познавать что-то новое и, например, освоить какую-то профессию и прийти к своим целям. О чем мечтаешь? Наверное, стать программистом и делать полезные программы для людей, которые будут приносить большую пользу. Это большая проблема, когда не все понимают нашу молодежь, и мы пытаемся, чтобы больше нас услышали.